Женщина в брюках в храме. Ну, во-первых, я уже радуюсь, когда сегодня люди в храм приходят. И слава Богу, что хоть в брюках, но все-таки пришла в храм. Ну, конечно, человек в начале, когда приходит в храм, он приходит в той одежде, которая у него дома есть, которую он обычно ходит. Но стоит заметить, что многие люди, постепенно уже внедряясь в христианскую жизнь, они начинают соблюдать определенные принятые дресс-коды, в том числе ношение юбки. Стоит заметить, что все-таки правило запрещает носить одежду другого пола, а сегодня брюки – это конкретно женская одежда. Я бы все-таки концентрировал свое внимание на том, чтобы одежда никого не соблазняла, потому что можно прийти и в юбке, которая будет всех соблазнять, а можно прийти в джинсы, которые будут приличные и никого не будут соблазнять. Так что скорее концентрируйте свое внимание на этом. Но если вы приезжаете в монастырь имеет право ставить строгие уставы, потому что монастырь – это закрытое церковное учреждение.